Путешествовать по Югре стало быстрее и комфортнее. В регионе запущены новые маршруты авиаперевозок сразу по десяткам направлений. Задачу радикального улучшения транспортной доступности в регионе поставила губернатор Югры. Наш корреспондент узнала, в какие города теперь можно не только ехать, но и летать, и сколько это стоит. Ирина Ефременкова одна из первых оценила удобство новых авианаправлений. Студентка часто ездит в Урай к родителям, поэтому открытие нового маршрута пришлось как не зря кстати. Кроме удобства привлекла и цена. Билет на автобус стоит 1400 рублей, а на самолет на 300 рублей меньше. До Урая есть один только способ доехать. Раньше был один способ – это маршрутное такси, которое стоит на несколько сотен рублей дороже, чем билет на самолет. Занимает больше времени, в 5 раз, и ну, минимум комфорта. Когда ты летишь на самолете, тебя занимает это 45 минут. Не успел взлететь, уже прилетел тут же назад. И стоит дешевле, может себе позволить каждый, как студент, так и работающий взрослый человек. Цены на новые направления постарались сделать максимально доступными. Часть стоимости компенсируют субсидии из федерального и регионального бюджетов. Есть два тарифа – с багажом и без. Разница в стоимости всего в 1000 рублей. Например, из Когалыма в Ханты-Мансийск перелет обойдется в 2500. Из Советского в Урай – 1500. Подороже перелет из Нягани в Сургут – 4500 рублей. Обеспечить связанность городов, учитывая, что на территории 9 аэропортов – автономного округа 9 аэропортов и 2 посадочные площадки. Схему выстроили так, чтобы для обеспечения связанности все, и обеспечить вылеты из всех аэропортов в крупные аэропорты международными, которыми являются Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. Новую схему полетов для развития региональных перевозок запустили после распоряжения губернатора Натальи Комаровой. Маршрутная сеть должна стать удобной для югорчан. А какой способ передвижения предпочитают жители округа, мы спросили у них самих. Самолеты. Почему? Потому что быстрее. Да, всякое, и самолетом, и поездом, и машинами. Как лучше? Я летаю на самолете. Почему? А потому что быстрее и комфортнее. Поэтому летаю на самолете. Отмечу, кроме направлений по Югре добавлены маршруты и в другие регионы. Из Нижневартовска, например, 4 раза в неделю можно улетать в Екатеринбург. Из окружной столицы в Омск. А в планах летом запустить рейсы из Ханты-Мансийска в Анапу, Краснодар и Санкт-Петербург. Евгения Ефременкова, Андрей Аширов, Вести Югория, Ханты-Мансийск.